Православные жители Средней Азии встретили ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Ковчег был доставлен в Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента. Святыню встречали глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, духовенство и многочисленные прихожане. Ковчег с частицей мощей святителя Николая доставлен в Ташкент представителем Московского благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца. В своем архипастырском слове владыка Викентий вкратце рассказал о жизненных подвигах святителя Николая и о его роли, которую он сыграл во время проведения в 325 году Первого Вселенского Собора в обличении ереси арианства. Не случайно частица мощей святителя Николая была доставлена в Ташкент в день памяти святых отцов Первого Вселенского Собора, чтобы нас всех утвердить в вере православной, как сказал архипастырь. Бог един, да, Бог един, но Он троичен в лицах. И вот это единство Божие, троичность в лицах, защищал усердно и ревностно святой святитель Божий Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский. Владыка также призвал горожан активно обращаться за молитвенным заступничеством к Николаю Чудотворцу, который известен на весь мир как скорый помощник в самых, казалось бы, безысходных состояниях. И по его молитвам да укрепит и нас в православной вере в истинного Бога, в единого Бога, в троичном лицах, и будем исповедовать эту веру, тем самым сохраним ту веру, которую дали нам святые отцы еще с первых веков христианства. Ковчег пробудет в Узбекистане до 1 июля и посетит ряд приходов Ташкентской епархии, чтобы как можно больше верующих людей могли приложиться к святыне.